Каждый, кто придет в музей колхоза имени Ильича Бежецкого района Калининской области, задержится у реликвий. Еще в марте Грозного 18-го возглавил созданную тут коммуну Михаил Павлович Дроздов. В трудном 48-м вся страна узнала имена льноводов ильичевцев Елизаветы Ниловой, Ильи Шапунова, двух Александр, Гавриловой и Королевой, первых в колхозе героев социалистического труда.